Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 октября. Преподобный Иоанн, затворник псковский, подвязался в тяжкое время военных тревог. В 1592 году Псков осаждали шведы. С 1608 года 7 лет совершали набеги поляки во главе с Лисовским. Лишь за неделю до кончины преподобного, заступлением Псково-Печерской иконы Богоматери и псковских угодников, Псков избавился от осады войск шведского короля Густава Адольфа. Преподобный Иоанн, как гласит летопись, в городской стене жил 22 лета, ядь же его рыба, а хлеб не ел. Жил в ограде, якоже в пустыне, в молчании великом. И представился 24 октября 1618 года. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.